Власти Хмао продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. Как рассказали в региональном департаменте строительства, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения решение Югорского суда об отмене исковых требований компании «Сибпроектстрой» о возврате квартиры в доме в 37-м микрорайоне. Напомню, история многострадальной многоэтажки началась в 2008 году. Тогда «Сибпроектстрой» заморозила возведение здания, потому что не могла выполнить обязательства перед участниками долевого строительства. Арбитражный суд признал компанию банкротом. В свою очередь, чтобы люди все-таки получили жилье, за которое заплатили, правительство Югры выделило 100 миллионов рублей фонду жилища, чтобы он выкупил недострой и закончил возведение объекта. Многоэтажку завершили в марте прошлого года и передали квартиры людям. Однако все проекты строя начали требовать их обратно. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.